Оптимизация изображений различных форматов. В программе PaintShop Photo Pro можно выполнить оптимизацию файлов различных форматов, что позволяет максимально повысить качество изображения и значительно минимизировать размер файла. В зависимости от формата файла, в котором вам необходимо оптимизировать и сохранить изображение, программа PaintShop Photo Pro — предлагает три основных средства. Это оптимизаторы файлов GIF, JPEG и PNG. Рассмотрим оптимизацию на примере GIF файла. Для этого на вкладке ⁇ Файл ⁇ откройте список ⁇ Экспорт ⁇ и выберите команду ⁇ Оптимизатор GIF ⁇ В диалоговом окне ⁇ Оптимизатор GIF ⁇ содержатся четыре вкладки, на которых можно настроить параметры прозрачности, цвета и формата файла. На пятой вкладке отображается примерное время загрузки изображения при разных скоростях соединения. Значение прозрачности можно указать, исходя из прозрачности текущего изображения или слоя, либо выбрать цвет, который требуется сделать прозрачным непосредственно на изображении. Если в изображении имеется выделенный элемент, то для указания прозрачности можно использовать именно его. Файл в формате GIF не может содержать частично прозрачные пиксели. Все пиксели должны быть или прозрачными, или непрозрачными. Однако исходные изображения могут содержать частично прозрачные пиксели, если в них отсутствует фоновый слой. На вкладке «Частичная прозрачность» Можно сделать частично прозрачные цвета прозрачными или непрозрачными, либо смешать их с другим цветом. Изображения GIF обладают глубиной цвета 8 бит, а это означает, что они могут отображать до 256 цветов. Для уменьшения размера файла число цветов может быть уменьшено. Параметры, доступные на вкладке «Цвета», можно использовать для указания количества цветов и типа используемой палитры. Изображения в формате GIF могут быть с чересстрочной разверткой или без нее. Наличие развертки влияет на то, как изображение отображается на экране компьютера при низкой скорости соединения с сетью интернет. На вкладке «Формат» Можно задать наличие через строчные развертки, а также задать сохранение в формате GIF более ранней версии, чтобы повысить уровень совместимости со старыми приложениями. И, наконец, на вкладке ⁇ Время загрузки ⁇ диалогового окна ⁇ Оптимизатор GIF ⁇ отображается размер сжатого файла и приблизительное время загрузки для четырех разных скоростей соединения. После установки всех параметров нажмите кнопку ⁇ ОК ⁇ и в появившемся диалоговом окне ⁇ Сохранить копию как ⁇ выберите имя файла и место для сохранения.